Крым-Чахлар – само название одного из трех коренных народов Крыма, более известного как крымчаки. Считается, что этот самостоятельный народ до сегодняшнего дня остается малоизученным и вызывает много вопросов. К примеру, что такое джонки и почему они являются важнейшим источником по этногенезу крымчаков? Несмотря на сложность с письменными источниками, сами же представители этого малого коренного народа смогли реконструировать свою историю. И она оказалась прямой противоположностью той, которую пытались навязать в царские, а после в советские времена. Как объяснить упоминание крымчаками в своих молитвах имени Тенгри, а чуть позже Аллаха? Где и при каких обстоятельствах они проводят ритуал кафы? И что на самом деле скрывается за этнонимом «крымчаки»? Об этом смотрите уже в эту субботу, 2 февраля, в 17:35 по киевскому и в 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР в программе «Алтын-Дивир. Крымчаки».